Здравствуйте, здравствуйте. Еженедельная рубрика «Вопрос депутату». Напоминаю, в этой рубрике депутат Государственной Думы Андрей Леонидович Вид-Лужских отвечает на вопросы, на ваши вопросы, которые вы ему можете задать по этой почте, которую вы сейчас видите на экране, или же через обратную связь на сайте «Момент истины». Нам пишет Екатерина М. из Пензы. Вопрос. Подскажите, в чем со стороны трудового законодательства различие между совмещением и совместительством работы? И как правильно должна начисляться зарплата? Совмещение – это, например, бухгалтер-кассир, водитель-экспедитор. Это в одном трудовом договоре чаще всего. Это у одного работодателя и в течение основного рабочего времени. Это совмещение. А совместительство – это когда, это главное, за пределами основного рабочего времени. Это два договора разные. Чаще всего это, ну, или у одного, или у разных работодателей. Ну, например, инженер вечером ходит где-то, работает, там, условно говоря, дизайнером у другого работодателя. Он работает по совмещению за пределами основной должности, которая у него в трудовой книжке, там, инженера, у другого работодателя за пределами 8 часов. Вот это вот совместительство. И вот здесь вот Конституционный суд несколько моментов определил. По одной профессии должно быть, по одной работе обязательно должно быть минимальный размер оплаты труда, а за вторую работу, так как это более высокая интенсивность, должна быть какая-то доплата. Размер доплаты определяется. Она может быть любая, там, 100 рублей, там, или это уже договоренность работники. Работник говорит, там, хорошо, я там грузчиком параллельно поработаю, там, одну лопату в смену бросить, там, 300 рублей накиньте и все. Или скажет, да нет, мне надо еще и здесь, я в два раза интенсивнее, 10 тысяч, иначе работать не буду. То есть самое главное, что нельзя ограничиться минималкой, такой же, как если бы он работал по одной профессии. То есть совмещение профессий обязательно вот доплачивается. Или, в принципе, работнику вот работает он по профессии, а ему сказали, а вот мы тебе еще и будешь совмещаться и за те же самые деньги. Угу. Вот Конституционный суд сказал, будь это МРОТ, будь это любая другая сумма, но если интенсивность выше, чем по одной профессии, если идет совмещение, то должна быть доплата к тому размеру оплаты труда, который был бы по одной профессии. Да, даже если ему работодатель впишет это в трудовой договор и будет платить, например, минимальную оплату, трудовой договор будет признан в этом смысле неправильным, ошибочным, и надо будет его пересмотреть.